Индийская свадьба – это не только долго, но и дорого. В индийских деревнях отдать свою дочку замуж – это очень-очень сложная работа. Как только родилась дочка, семья сразу начинает копить на ее свадьбу, потому что в традиционной Индии до сих пор существует приданое, и это не просто холодильник подарить. А многие в Индии даже продают свое жилье, чтобы выдать дочку замуж. Как только девушка выросла и готова к замужеству, родители или близкие родственники начинают искать для нее подходящую пару. Поиски могут занять до нескольких лет, потому что выдать замуж свою кровинушку за кого попало не очень хочется. Сторона жениха выставляет условия свадьбы, что дарится на свадьбу и в каком количестве. Саму свадьбу в полном размере оплачивает сторона невесты. И, конечно же, приданое. Это обычно вся мебель в новую комнату новобрачных, холодильник, стиральная машина, автомобиль или мотоцикл, плюс десятки килограмм индийских сладостей и подарки для всей стороны жениха. А сторона жениха дает лишь комнату в своем доме для новобрачных, куда невеста потом переезжает жить.